канала «Самогонщик с Урала». В сегодняшнем видео, точнее это будет ряд видео, сложилась такая ситуация у меня. Жену положили в больничку, немножко захворала моя любимая, и мы остались с младшим сыном вдвоем. Ну, раз остались вдвоем, об этом и пойдет наше видео. Рубрика будет называться «Одни дома». О самогоне пока в ближайшее время съемок не будет. Задачи данного нам поставлены, это точнее мне, это ребенок должен быть сытый, одетый, помытый, умытый, спать уложенный. И сейчас будем готовить, покушать дитю. Итак, сегодня сделаем оладьи ребенку. Кефира у меня, как видите, нету, но имеется вот рассол огуречный, огурцы с помидорами. Ну, будем делать из того, что есть. Рассол мы процеживаем от всего. Он нам заменит кефир. Итак, рассол мы процедили. Добавляем соль. Сахар, думаю, достаточно сахара. Так, соду, буквально чуть-чуть для пышности наших оладьев. Два яичка. Ну и муку замешиваем тесто. Итак, тесто наше готово. Приступаем к выпечке. И вот наши оладушки готовы. Объедение. Всем рекомендую. Кому понравилось данное видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был самогонщик с Урала. Приятного аппетита. До свидания.